Итак, начинаем нашу вторую карту. На сегодня Zapsow против ESC Gaming. Датчане против поляков. Так. Будут ли ножи у нас? Или не будут? Вот в чем вопрос. Ножей не будет. Так, смотрите, ножей нету, да, Zapsow в защите, повезло ребятам. Ну, либо ножи были на другом сервере, на каком-то. Там сейчас проход уже на верхний план прошел, Zesser забрал Нео. О, как? Причем Нео даже в него не попал, 4 в 5. Удачное начало для... Да, датчан, Zesser дает еще один минус, забирает он у нас Кубана. Ну и что? Что будут делать поляки? Поляки все равно идут на закрытый план. Смотрите, что делают. Сейчас будет тек-раунд, я представлю вам еще раз составы команд целиком и полностью. Как только кто-то из команд падет. Так, интересная, интересная задумка. Ну и все, готовится выход на закрытый. Zesser, не попадает Zesser. На этот раз снимают его, причем практически снимают. Снимают с точки, но не снимают совсем. Пролак ЛТВ. У нас за нож отвалился Колон с Ксипоксом. Дают по минусу, Колон еще не хоть шут ставит. Где, правда, непонятно. Пролак ЛТВ... Жуткий таз у нас завис. 1-0. Запс потащили составы команд. ESC Gaming, Виктор Войтс, Стас, Филипп Кубский, Нео, Якуб Гурчунский, Кубан, Мариуш Цибульский, Лурд, Ярослав Ярцапковский, Паша. Ну и Zapsow. Тим Хенриксон, Аркадион, Джек Хенриксон, Вазорн. Вазорна нету сегодня у нас. Вот. Флеминг, Педерсон, Zesser, Мортон, Йоханссон, Колон и Андреас Ксипокс Хейслет. Ну и Йонас Леллинг, Зенеш. Вот, вот он составчик. Да, такой вот мем в интернете ходит про команду Na'Vi и новый чит-членикс. И вот теперь приписывают, что... Первый, кто стал пользоваться этим читом, у нас стал Колон, на самом-то деле. Смотрите, что у Колона в руках. Ну, парень как бы опасен. Смотрим за Колоном. Смотрите. Включенный ВХ. Не получилось у Колона никого убить. Zesser только ставит один хедшот по тазу. И Ксипокс. Который читается как хурях на русском языке. Убегает на сейф. Поляки опять берут второй раунд, уже вот вторую карту подряд. Проигрывают первую пистолетку, потом вытаскивают волевой бар. Ну, поляки умеют. Поляки могут, умеют. И вообще, The Train это... Опасная карта. Админы еще раз напоминают, что обязательно писать полки надо. Так, Заныш тут агрессивненько стоял. Вот хорошо сказал, что стоял. Уже не стоит, взорвали бедного. Бедного Заныша. И выход готовится под закрытый план. Датчанин-то понимает прекрасно. Быстрая перетяжечка у нас идет. У Ксипокса есть ФАМАС. Ну, в принципе, единственный, кто может дать хоть какой-то бой. Так, Zesser забирает Лурда. Радует меня пока этот игрок. Очень неплохие шоты ставит и в первом раунде, и во втором раунде. Ну, 4-3, 4-1 у Ксипокса. У Zesser Колон 2-2. Аркадион с Зенежем пока как-то не впечатляют.
Так, а у поляков опять Кубан на пятом месте идет по статистике. Ну, статистика это вещь такая. Вещь ненадежная. Смотрите, какие отличные хае дощане прокинули. Практически забрали Таза и Нео. Там немножко осталось. Так, Кубан забирает Зессера с огромной дистанции. Находит его. Таз находит Ксипокса. 3-1. 3-1, и наконец-то сейчас будет бай. Бай у датчан. Будет ли АВП у Колона, или что у него там будет? С чем он там развлекается обычно? Да, есть АВП. Два АВП у датской команды. Вот, к сожалению, не посмотрел, сколько АВП взяли поляне. Но одно-то как точно должно быть. Нет, ни одного ВП нету. У атаки даже один ФАМАС есть. Вот так. Чтобы если что, кто, вот, кто умрет в этом раунде из поляков, тот покупает АВП. Готовится атака под верхнис, я так понимаю. Сейчас лорд идет на сотку. Аркадион, Аркадион как нашел бедного Нео. Так, Таз, Кубан, Паша. Да, и лорд к ним тоже подтягивается. Это верхний бланк. Пролак ХЛТВ, отлично. Пролак ХЛТВ. А минус Занош, минус Аркадион. Смотрим за Колон. Парня как-то пока не идет. Стрельба, Колон бедный один остался. А, ну вот сейчас хороший мув был от Колона. Хитро. Но 4-1. Хитро, но 4-1. И... опять эко. Опять нам не везет. Опять первая половина игры. Это сильная команда. Играет за слабую сторону. И получается вот такая ерундистика. Опять летят хае с центра. Хае в ответку. В общем, хае-то хороший. Посмотрите на хп польской команды. Опять три игрока. Там буквально вот еще одна хаешка и все. И нет. Но вот этой как раз хаешки-то и не хватает. Колон сидит в засаде. Попался ему сотый Кубан. И оставил он Кубану там 2 или 1 хп. Но не забрал. 5-1. 5-1, Таз 10 на 3, Паша 7 на 1. По пингу игроков. Ну, у датчан пинг повыше. Опять же, почему? Потому что Польша просто... поближе, видимо, находится польская команда к немецкому серверу. Хотя, что Польша, что Дания граничит с Германией. Просто с разных сторон. В принципе, страны-соседи. Так, закупка есть. Смотрим за Колом. Вот интересно мне просто посмотреть за этим игроком. Пока сегодня я за ним не наблюдал ничего такого. Колон, что же ты делаешь? Так, Колон, там зелень отваливается у команды из Дании, да. Паша уже прошел по пятой линии в упор, просто Колон забирает его. Зенош находит Пашу. Аркадион на планете сидит. Кстати, у Аркадиона это хорошая позиция. Забирать, да, Зенош там еще один минус дал. И смотрите, 2 в 1. 2 в 1, датчане в преимуществе. Правда, где Нео? Где сейчас находится Нео? Да, Филипп Кубский. Просто молниеносный инфа, конечно, была у датчан. Просто одного забрал и там секунду через две только обернулся. Странно. Шесть один, датчане потихоньку летят. Колон взял. Это опасно.
Колон с мухобойкой — это опасно. Если Колон еще что-нибудь там подключит, каких-нибудь члениксов, то будет совсем страшно. А сейчас вот Нео-то встретится с Колоном, если Колон будет смотреть туда. Так, попадает, попадает, два раза уже попадает. Так, Колон минус два. Да, ну вот сейчас все как бы все хорошо, никаких претензий, вроде никаких префайеров бешеных. И это 6-2. Колон потащил, Колон троих попал, потом двоих добил, третьего чуть-чуть не хватило добить. Но это было красиво. Молодец, если не читер, как говорится. Ну, сейчас Нео перестреливает Колона в ответочку. Лур находит Аркадиона. У Зессера позиция неплохая. Одного-двоих заберет так 100%. Если его сейчас сотки не прочекают. У Зессера не хватает терпения. Зессер идет и сейчас отдаст. Да. Нео находит Зессера. Это был фейл. Это был фейл от датского игрока. Не надо было так делать. За ночь там находит Пашу. Смотрите, как отлично шьет. Хочется мне все время его назвать хуряком, но... Ксипокс. Зипокс. Оставил 3 хп куба, ну, за нож тут... Сколько у заножа? У заножа 6 хп, это... Шесть хп — это сейв. 100%. Я пока сделал ретрай, потому что у меня килла висит на сервере и мешается мне. Так, ну и что? 7-2? 7-2 сейчас становится, да. Сейчас становится 7-2, еще террористы бомбу поставили. Ну, вообще все шикарно у поляков с экономикой. 12 на 4, 10 на 3. Вот лидеры польской команды. Ну, Таза тоже, на самом деле, неплохо. Все 11 на 5. Поэтому такая вот троечка польская. Паша с Кубаном как-то немножко пока в тени. Экраунд у датской команды. Поляки сегодня доминируют. Сколько их ругали, сколько говорили, что поляки не умеют играть в онлайне, что поляки слабые в онлайне. Все это ерунда. Поляки в онлайне хороши. Просто у них частенько именно с мотивацией проблемы. Они, видимо, там выпили по бутылочке польского пивка, посидели дома теплой компании, и как-то им лень становится играть. Сейчас вот за ночь тут встретится. Смотрите, что делает. Прочитали, где сидит за ночь, и зарезали его. Да, он, правда, дал один минус, но 8-2, и мораль-то у за ножа явно не в порядке. Ну что, нормально, вроде закупка. Ксипокса пропустили на зелени. Ксипокс, найти Ксипокса. Задача найти Ксипокса. Где же Ксипокс? Ксипокс. Эх, Ксипокс, зачем же ты вышел? Столько сидел и вышел. Ну там, правда, за ночь с Колоном справились. На ура. Где он шьет? Да, где он прошивает Таза, а Колон перестреливает Нео. Ну, кстати, по перестрелкам Нео... Колон, у Колона все хорошо. Там счет, по-моему, 3-2 в пользу Колона. Опять же, молодец, если не читер.
стабильный дефолтный сплит от, ну, практически от любой команды на The Train 2-2-1. Один на центре, два здесь, два наверх низе. Прочекали, аркады не увидели. И уже разошлись строить какую-то вот плести атаку от раунда. Ну, посмотрим. Вот у Нео есть АВП, 4 калаша. У датчан, по-моему, 2 кольта, 2 калаша АВП. Посмотрим, что у Зессера в руках. Нет, 1 калаш, 3 кольта. Где он тут зажимает, просто страшно зажимает. Сипокс справляется с Кубаном у верхниза. Убивает бомбу, дает инфу, что пакет прошел. Нашли там Сипокс, Аркадион в упор справляется с одним. Ну вот, правда, потом Нео дает два шикарных фрага. Зессер забирает Нео и Лурт 1 в 2. Лурт мастер клатчи, я вам скажу. Один способен тащить очень сложные раунды. Я, правда, вот не понял, что он сейчас сделал, зачем он выключил shift. И просто побежал, сломя голову на Зессера. Зессер тоже даже не ожидал. Такой сел, зажал, ну, убил. Хорошо, получилось. 4-8. Все равно первую половину датчане уже проиграли. Поляки уже выиграли. И экраунд. Экраунд в исполнении польской команды. Нет, никакого экраунда. Есть еще деньги у ESC Gaming. Я хочу посмотреть за Колоном все-таки, за его действиями, что он будет делать в этом раунде. Колон хорош, да, взрывает таза. Прям как знал просто. Дайте мне кинуть туда гранату. Так, а Лурт у нас на шестой линии. Лурт без бомбы. Лурт сейчас будет пытаться что-то придумать. Только что вот он будет пытаться придумать. Неужели будет заходить за спину? Так, да, Лурт проходит за спину. Его тут никто не ожидает. Ксипок смотрит зигзаг. Заныш смотрит выход с нижнего парика, а Лурт пойдет по верхнему парапету. Смотрите, Колон уже читает ситуацию. Давай, Колон фаст зумом. Отлично, забирает Лорда. 8-5. Датчане все-таки уходят от разгрома. От поражения в первой половине они уже не уйдут. Но от разгрома уходят. Пишите в чате. Драмер определенно не верит Колону. Да, я определенно не верю Колону и все время хочу его спалить, знаете, вот так вот. Жду. Вот. О, спалился, все, парень, спалился. Нет, пока на сегодня не спалился. Пока все чистим. Так, размен 1 на 1 был. Ксипок тут зашел, пролакал очередной. Размены и клатч. Аркадион против Лорда. У Лорда очень мало хп. У Лорда 7 хп, у Аркадиона 51. Да, Аркадион все-таки перестреливает Лурда и 6-8. Последний раунд первой половины. С деньгами проблемки. Большие проблемки у ESC. Там, видимо, Галилы, я уверен, первая броня. Никаких гранат, никакого праздника, в общем. Так, и что поляки будут плести на этот раз? Ну, здесь пятеро по дому. Аркаша и Заныш на нижнем парике, верхний никто не смотрит. Интересная ситуация. Заныш все-таки пошел смотреть. Верхний пропет. Вот. Точнее, конечно, очень круто читают игру. Вот просто как надо. Массированная атака по верхнему парапету. Тут целых трое
Игроков польской команды. Кубан с лордом минус один, минус два. Флешки, флешки, флешки. По-моему, поляки особо-то и не ослепли. А от этого. И Зессер с Ксипексом остаются вдвоем против четверых. Инфа по Зессеру есть, инфа по Ксипексу есть. Зессер непонятно как не убивает сейчас Нео. Да, и Ксипекс 1 в 3, бомба стоит, ну, 9-6. Поляков, конечно, выходы на планты просто гениальные. Я не знаю, как... Вот смотришь, вроде все просто, ну, как и все гениальное, да? Но все настолько четко отработано и грамотно, что даже не знаю. Это при том, что парни, в принципе, уже давно не относятся к Counter-Strike, как, знаете, к чему-то обязывающему там сидеть по 20 часов тренироваться в день. Я общался с... Как общался? В общем... Приходилось мне, доводилось, да, там, беседовать с Кубаном и... В общем, парни сидят, играют в доту, в лон, в лог. И вообще не парятся. Они уже, знаете, как... Вот как ходить обычные люди умеют, вот так эти парни умеют играть в КС. Так, Паша там, Архидеон в лог. Заряжает. Ну, в ответ тут в голову сунули. Ксипекс забрал Нео. Хорошая атака на датчан. Обманули они поляков. Поставили бомбу на открытом планте. Ситуация 5 в 3. ПХП поляков все очень плохо. Пролак ЛТВ 9-7. Вот так вот Тасс застрелил Аркадиона. Просто без каких-либо девайсов вышел, дал. Колон там on fire. Я забыл, что мы следим за этим пацаном. Колон сматывается. 15 кп, патронов нет. Нет, спасите меня. Все, убежал. К своим. Колон... Есть инфа, что лорд где-то тут. Ну и все. 9-8, мы еще увидим одно эко от поляков. А потом уже будем смотреть за закупкой. 9-9 счет будет. В принципе, датчане вполне неплохо смотрится для микса. Все-таки, знаете, это чемпионы мира. Вот по версии WCG, который прошел буквально 2 месяца назад. Какой-то миксик вот так вот просто уничтожает момент польскую команду. Правда, здесь никакого эко-раунда. Опять я вам наврал, тут закупка Фомас Кольт и не работает. Это закупка. Остается последний Кубан. Кубан у нас в сотке сидит. Все, спалили Кубана. Кубан шикарно забирает Ксипекса. Вот вы с Валхаком сейчас видели, как он его простреливал. Просто сквозь вагоны. Нео пишет ХС. Непонятно что. А, все понятно. Попали ему по голове. Ох, Кубан. Вышел, просто убил. Мгновенно. Я бы написал nice shot просто. Колон сейчас обязан. Я говорил, что Кубан мастер клатчи, вот мастер таких раундов. 1 в 2, 1 в 3. Не повезло ему, да. Не прострелить
с ФАМАСа, к сожалению, МЗСера с такого расстояния, через такую стену. Ну и все, бомба взрывается, это 9-9. Еще и Кубан не убежал. Пишет, почему укол на прицел в полу вечно? Ну, во-первых, потому что весь трейн обычно задымлен, там куча смока лежит. Ну, а это жидкокристаллические мониторы. У них такая есть особенность. Смотрите в пол, и в верхней части экрана видно сквозь дым. Неплохо видно. Ну, не то, что видно прям, как будто бы дыма нет. Но гораздо лучше. Так, Нео забирает Колон, Аркадион забирает Нео. Опять неплохой эко от поляков с юспами. Так, уже минус 2, смотрите, на экраунде от поляков, но этим дело ограничилось. 10-9, и датчане выходят вперед, внезапно, проигрывая с огромным счетом, с каким там счетом датчане проигрывали. 9-2, по-моему, не проигрывали, 8-2 проигрывали, и 8-3 проигрывали, да, и 10-9 выигрывают. Такой неплохой камбэк, мини-камбэк от датской команды. И все еще впереди. Я вам скажу.